Симане. Поздравляю вас. Спасибо. Еще два правильных ответа, и вы будете владельцем 10 тысяч. Вас тоже, да, мучили этим вопросом, и не раз наверняка. С тех пор, как отжихаться, нет? Я знаю, что никто не хотел об этом объявлять, и вам пришлось по телевидению это объявить, да? Да, через... И вы даже не плакали, чтобы не обрадовать противника. После из-за этого подумали, что он не погиб. Через 3 дня после его гибели я констатировала факт его смерти перед всем миром, как свидетель. Но все равно вам никто не поверит. Или не хотели просто этому верить? Вот на Коране мог поклясться человек и соврать. Во благо. Можно такое сделать? Ну, я вам скажу, что Салман Радуев, его называют зятем, но он женат на племяннице Захара Дудаева. Всех, кто женат на племяннице, в Чечне называют зятьями. Он хотел поднять дух чеченского народа, поэтому заявил, что Захар Дудаев жив. Во благо, вот это я и... Да, и кроме того, Захар... Иногда являлся во сне и говорил о том, что он не мертвый, а живой людям. Это соответствует Корану. По Корану тех, кто идет по прямому моему пути, я забираю не мертвыми, а живыми. То есть... Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Ты любишь свои дни рождения? Ну, как справляешься? Любишь? В принципе, нет. В принципе, да. Нет или да, я не слышу. Нет. Нет, не любишь. Есть причина? У меня убили двоюродного брата в день рождения. В день рождения. Сколько это тогда исполнилось? Мне тогда исполнилось 9 лет. 9 лет? 14 вопрос. Как раз на один. До войны с Чечней в одну из дат твоего дня рождения у тебя убили двоюродного брата. Была ли кровная месть? Да. Наверное, логично будет перейти прямо на 15 вопрос, и я не буду много разговаривать. Если ты мне ответишь правдой, то ты получишь 10 тысяч. Готов? Готов. 15-й вопрос. Были ли вы причастны к кровной мести за убийство вашего двоюродного брата? Нет. Нет. Сейчас узнаю. Эспасухи Арис. Весьма достойно и отважно, и главное, ты на такие трудные вопросы отвечал, что даже я нервничал, не то что ты. Как ты думаешь, перейдем на еще более сложный этап? Стоит, не стоит? У тебя уже 10 тысяч есть. Если ты соврешь, то ты потеряешь все, кроме 400 лайков, да? А вы, как вы думаете, продолжите ему сейчас игру или нет? Ну, так хорошо получается, я думаю. Да? Да. Если вам что-то не понравится, вы можете...